31 мая текущего года в городе Новочебоксарск напротив дома 19 по улице Коммунистическая произошло ДТП. То есть водитель 73 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2110, совершил наезд на велосипедиста 83 года рождения, который перевозил несовершеннолетнего пассажира на раме 2009 года рождения. В результате ДТП велосипедист скончался на месте. Несовершеннолетний пассажир был доставлен в больницу города Чебоксары. После чего, после данного ДТП, водитель данного ВАЗ-2110 был задержан экипажем ГИБДД города Новочебоксарск, который находился в сильном алкогольном опьянении. В данный момент проводятся следственные мероприятия.